Первая и важнейшая цель деятельности Фонда социальной защиты населения – организации проведения мероприятий по социальной защите жителей страны. В свою очередь, соцзащита – комплекс мероприятий по перераспределению средств от работающих членов общества к нетрудоспособным. С деятельностью организации познакомились студенты Полесского университета. Мы встречаемся с профильными студентами, экономистами, финансистами. А у нас фактически орган финансовый, который занимается сбором средств на социальное пенсионное страхование и, так сказать, на пенсионное обеспечение. Цель встречи со студентами – профориентация. Возможно, кто-то из будущих экономистов захочет прийти в эту структуру на первое рабочее место. Здесь заинтересованы как в молодых специалистах, так и в тех, кто уже имеет опыт. Мы, скорее всего, работаем на перспективу, наверное, чем на сегодняшний день. Пришел специалист от сельского хозяйства, который проработал не один год, и вот именно такие специалисты нам тоже дороги. Такие профориентационные встречи в рамках юбилейных мероприятий будут продолжены.